Здравствуйте. Продолжаю историю грамзаписи песен из советских кинофильмов. Значит, ну, без Утесова, естественно, я обойтись не мог. Это один из моих любимых певцов того времени. Значит, вот куплеты Курочкина из музыкального кинофильма «Свадьба с приданым». Исполнение Леонида Утесова и эстрадный оркестр под управлением Леонида Утесова. Это производственный комбинат Днепропетровск, пластиночка. Значит, эти куплеты, то есть эта песня была у меня на канале, но она была в спектакле одноименном, то есть там фрагменты спектакля были. Я ставил грамзапись. Естественно, исполнял там не Утесов. Вот. Сейчас будет Утесов. Значит, пластиночка, как там, запиленная, заезженная. Видите, много белых точечек. То есть это говорит о том, что скорее всего, ну, понятно, что она желачная, я имею в виду, где-то игла, где-то качество, так как, повторюсь еще раз, город Днепропетровск. Это как бы производственный комбинат, то есть пластинки, то есть, ну, дополнительное производство. Значит, ну, раз уже нам этот YouTube выставит, авторские права мне выставит, давайте уже, это, конечно, не относится к кинофильмам, но песня, это мне нравится, «Беса Мамучо», мексиканская народная, в исполнении Глеба Романова. Но у меня есть в более хорошем качестве, то есть «Беса Мамучо», но уже так или иначе мы ее послушаем, две этих песни на этой грампластинке. И будет нам помогать вот эта граммофонная приставка Ленинградского радиозавода номер 3. Ну и мой любимый радиоприемник Родины 52. Я стучался к вам в окно, пригласить на воскресенье я выглядит 45 кино. Без такого объяснения я стучался к вам в окно, пригласить на воскресенье я выглядит 45 кино. Работаю отлично, тренирован много раз. Только жаль, что жизнь лично, и очень не хватает вас. И за вас моя черешня, ссорюсь я с приятелем. Чего же климат бешеный, на любовь влиятелен. И я тоскую по соседству и на расстоянии. А без вас все как без сердца, жить не в состоянии. Но про новые рубахи и костюм, что праздник жил, мне районный парикмахер комплименты говорил. А по мне все люди скажут, сердцем чистые цветы. Или я в масштабах ваших, или достаточно красив. А по мне все люди скажут, сердцем чистые цветы. Или я в масштабах ваших, или достаточно красив. Вот такая песня, куплеты Курочкина в исполнении Леонида Утесова. Естественно, исполнение совсем другое,
как в той, вернее, на той пластинке. Но у каждого артиста есть свое видение этой песни. Давайте без самомучи послушаем. Хотя она не относится к кинофильмам, но все же. Не спится юному ковбою, разлука с милой парнем мучит. И шепчет он, будь со мною, целуй меня, Бетане Мучо. Бетане, Бетане Мучо. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo para hacerte después. Quiero tenerte muy cerca y rara en tus ojos ver junto a mí. Siento que tal vez mañana estará lejos, muy lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Siento que tal vez mañana estará lejos, muy lejos, muy lejos. Такое исполнение песни «Бесаме мучо». Есть у меня тоже, повторюсь, «Бесаме мучо». Это пластинка, правда, в исполнении, это, вернее, песню в исполнении не Глеба Рыбанова. Там чуть-чуть, ну не чуть-чуть, по-другому немножко исполнение. Спасибо, до свидания.